Большой турнир Diamond Fight, в котором в качестве гостя примет участие Федор Емельяненко, состоится завтра во Дворце спорта имени Ивана Ерыгина в 19:00. А сегодня боец встретился с красноярскими спортсменами. Будущим чемпионом он рассказал о том, как нужно правильно тренироваться, чтобы стать лучшими, а также как побороть волнение перед боем. Ну и, конечно же, поздравил всех спортсменов с возвращением борьбы в программу Олимпийских игр. Для любого россиянина это был больной вопрос, вопрос настолько болезненный, что, наверное, все переживали, вся наша страна переживала, не только наша. Мне кажется, ну это правильно, что борьба вернулась, борьба была возвращена, потому что, я еще раз повторю, что все олимпиады, все соревнования строились на борьбе. Сегодня нас оставили в олимпийской семье, это не дает нам повода расслабляться. 4 года надо очень качественно проработать, чтобы уже навсегда закрепиться и уже не иметь, как бы, да, то есть таких вопросов.